Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России разрабатывается новый ГОСТ для комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. В документе говорится, что камера должна будет распознавать более двух десятков административных составов. Кроме того, вводятся новые требования к качеству изображений. Оно должно быть максимально высоким и к числу фотографий. Например, если водитель выезжает на встречку, то на одном из фото должен быть отчетливо виден соответствующий запрещающий знак. Трасса 101. Россияне смогут предъявлять инспекторам ДПС водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода. Такой функцией снабдят мобильное приложение госуслуги «Авто», запущенное в прошлом году. Сейчас МВД и Минцифры занимаются согласованием необходимых процедур, изучается нормативная база. Упомянутый сервис изначально позволял располагать электронные версии свидетельства о регистрации транспортного средства. Однако водителей предупреждали, он не является полноценной заменой традиционного свидетельства. Трасса 101. Звонок с незнакомого номера. Неизвестный начинает убеждать, что ваш родственник попал в ДТП и что для улаживания ситуации необходимо заплатить. В ГИБДД напомнили, как действовать в такой ситуации. Во-первых, следует перезвонить родному человеку и уточнить информацию. Если с ним все в порядке, ни о какой аварии он не знает, необходимо обратиться в полицию с заявлением о покушении на мошенничество. Кроме того, полицейские рекомендуют регулярно напоминать пожилым родственникам о том, что существует такая схема обмана. Трасса 101. Один из популярных сервисов по продаже автомобильных аксессуаров составил список наиболее востребованных накануне лета вещей. Самым ходовым товаром сейчас является автомобильный пылесос. Спрос на эти устройства в сравнении с концом весны прошлого года увеличился в 2 с лишним раза. На втором месте находятся солнцезащитные экраны для лобового стекла. Продажи выросли в 2 раза. Далее идут шторки для боковых стекол, крепления для перевозки велосипедов, переноски для домашних животных. Трасса 101. Компания «Geely» представила новый компактный электрический кроссовер, продавать который, возможно, будут и в России. Начальная стоимость в переводе на рубли – 860 тысяч. Стильный электрокар рассчитан на молодежь. Оснащается он 81-сильным электромотором. Максимальный запас хода – 400 километров. В перечне опций есть, например, автоматическое распознавание дорожных знаков и функция удержания в полосе. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».